Дорогие друзья, вы на канале Денис Ди, паковочка распосылочки из Китая. Давайте же посмотрим, что к нам прилетело на данный момент. Погнали! К нам прилетели электрические жалюзи, довольно-таки прикольные, приятные, 2 метра в длину. Вот, то есть можете установить тюль, и она будет у вас двигаться с помощью прекрасного... повторимого пультика, вот такого пульт в комплекте. Смотрим, имеется 3 кнопки: вверх, остановка, назад. Крепится на двухсторонний скотч либо прикручивается. Все довольно таки прикольно, качественно выполнено, классный дизайн. Дальше у нас идет сам механизм. Вставляется в коробочке Куртани мотор Флекс Бил Мутэ. Открываем. Нас встречает сам механизм. Механизм отложим пока в стороночку. Как можете обратить внимание, здесь у нас как все использовать, все крепить. Мануальчик. Все расписано, показано. Вот дальше у нас идет такая штука непонятная. Вот. И имеются такие вот штукенцы, приятные на цвет. Это чтобы наш товар не повредился. Все, убираем в сторонку. Сам механизм вставляется в пленки. Здесь мы видим надписи. Имеется вилка китайская. Придется покупать переходник. Механизм довольно-таки качественный, хороший. То есть здесь вот нарисована штука. Это вот я еще не разобрался, что это за штука. Но видим антенну, чтобы ловить сигнал Bluetooth. То есть подсоединяете в розетку, нажимаете пультом. И вот этот механизм начинает вращаться. Далее, давайте перейдем. То есть ничего особенного в этом нет. Здесь у нас имеются 2 разъема. Это для Wi-Fi модуля. То есть его можно отнести к умному дому. Дальше, ребят. У нас поставляются крепежи, крепежные элементы для фиксации на стену. Далее идут сами жалюзи. Также имеют крепление. Имеются крепления с этой стороны. Они, как я понял, распилены между собой, чтобы вместилось все. Вот можем обратить внимание, такой вот как бы гусеница, которая двигается. Крепится сам механизм, блок на данное место. И то есть фиксируете, прикручиваете как положено и вешаете свои любимые занавесочки.